Так, ребята, давайте быстренько о главном. В конце прошлой недели в СМИ просочилась подлая информация о том, что рейтинг доверия нашему любимому президенту упал до исторического минимума. Объясняю позицию Кремля. Прежде всего, надо проверить, кто в ОФЦИОМе такие опросы проводит, а главное, выдает такие несогласованные с нами результаты. Проверкой, кстати, уже занимается Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Роскомнадзор, МЧС, Росгвардия и другие ведомства, призванные защищать рейтинг президента. Ой, то есть я хотел сказать россиян, но так честнее. Кстати, вы своим недоверием подставляете всю администрацию президента. Открою вам небольшой секрет. Есть указание, что рейтинг Владимира Владимировича не должен опускаться ниже 50%. Именно столько процентов россиян верят в Бога. Так что давайте-ка исправляться. Далее. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а насколько президент доверяет народу, а? Кто-нибудь проводил опрос среди президента? Вот то-то. У него, может, после таких ваших заявлений вообще нет желания и настроения вам доверять. Но он же не рассказывает об этом всяким ВЦИОМам, а тихонечко закручивает гайки особо недоверчивым. Давайте, кстати, спросим у него самого, что он думает о своем рейтинге. Владимир Владимирович, алло, слышите нас? Что вы думаете о низком рейтинге доверия к вам? Кто это? Песков, ты? Какой рейтинг? Ты о чем вообще? Я просил меня по пустякам не отрывать. Я тут важными делами занят. Продумываю название для новой ракеты класса «Земля-Вашингтон». Ну вот, слышали? Очень он переживает за свой рейтинг. Аж кушать не может. Так что вы с этой русофобией завязывайте и все вместе, дружно, с завтрашнего дня начинайте больше доверять президенту. Все, брифинг окончен. Подписывайтесь на канал и доверяйте нам. Тут тоже говорят правду.